С выпуском The Regiment компания Konami постаралась отхватить кусок пирога под названием «тактические шутеры». Задача не очень-то простая, особенно если помнить про высокую конкуренцию со стороны знаменитых и зарекомендовавших себя сериалов Rainbow Six и SWAT. К сожалению, первый блин вышел комом. Regiment сильно отстает от передовых игр жанра и не привносит в него практически ничего нового. Итак, под наше управление поступает отряд британского спецподразделения SAS. В его рядах нам предстоит штурмовать захваченное террористами посольство Ирана, освобождать заложников из здания английского парламента и другими способами делать мир чище и добрее. Интересный момент. Каждый уровень нам предстоит пройти несколько раз от лица разных штурмовых отделений. К примеру, в посольство одно отделение врывается через главный вход, а другое лезет через крышу. Будь готов последовательно поиграть и за один, и за другой отряд смельчаков. Если ты рассчитывал увидеть в Regiment продвинутую систему планирования операций, как в Rainbow Six, ты будешь огорчен. Для ускорения темпа игры разработчики решили не заставлять тебя корпеть над тактической картой задания, а после скоротечного брифинга, кстати, его ведет бывший член SAS, сразу кинуть в гущу сражения. Чтобы еще больше увеличить темп игры, они ввели жесткие временные рамки на прохождение каждого уровня. Не уложишься в них, не пройдешь дальше по сюжетной канве игры. Также нас наказывают за убитых заложников и однополчан. Вот это особенно обидно, поскольку мозгов в голове у здешних представителей SAS очень мало. Радует, что и террористы не блещут интеллектом. Они зачастую застывают на месте и не торопятся реагировать на действия нашей команды. Сбалансировать тупость врагов можно, включив режим полной симуляции. С экрана исчезают индикаторы здоровья, количество патронов и, что самое главное, перекрестие прицела. Играть в таких условиях совсем непросто, зато интересно. Во время прохождения уровней ты крепко привязан к одному из членов команды. Прыгать между бойцами, как в Rainbow Six, не получится. Зато управлять своими соратниками довольно удобно, благодаря давно принятому в тактических шутерах контекстному меню. Нажимаешь на кнопку и в зависимости от того, куда наведен курсор, приказываешь бойцам выбить дверь или, скажем, приготовиться кинуть в нее гранату. Не волнуйся, освоить все премудрости управления The Regiment ты сможешь в обучающем режиме. Над ним разработчики поработали неплохо, а вот над всем остальным весьма посредственно. Отсутствие сохранений, ничем не отличающиеся между собой виды оружия, не до конца продуманное управление, досадных мелочей в игре хоть отбавляй. Добавим к ним плохенький искусственный интеллект, спорный дизайн некоторых уровней, посредственное использование возможностей Unreal Engine 2 и получим игру, которая вполне может скрасить наши ожидания новой части Rainbow Six или SWAT. Но вот стать достойным соперником этих двух столпов жанра ей вряд ли удастся. Here.